мои первые ужасные гиганты. Последние стали получаться ровненькие, вот такие вот хорошенькие. Только я забыла в них сыр положить. В целом все прекрасно, как-то вкусно. Чё? Ага. Вкусно? Вкусно. Цветочек поливает цветочки. Ты нормально поливай. Чё, а, ты их я брызгаешь? Боюсь, что я их залью наоборот. Я вижу там земля. Чтоб они не уплыли. Чтоб они не уплыли. Куда они уплывут? Никуда они не уплывут. Алина, а? Смотри сюда. О, вот этот, смотри, пошел. Никогда такое не пробовала. Сливочное мороженое и лесные ягоды, и ванильное мороженое и молочный шоколад. Какие, блин, ой, мед вкусный. Мед вкусный, блины. Не запнись, тормоз. Хватит! Вау, хватит! Какие вкусняшки взял! Попробую сладости вкусняхи от Фрутоняни, соки. Ну вот сок, в принципе, они как сок, только единственное, мне у Фрутоняни очень сильно понравился банановый. В целом, мне нравятся абсолютно все вот такие вот пюрешки в маленьком формате, либо в баночках больших. Они все разного вкуса и все классные. Что новое, значит, для меня сегодня, это вот такое вот и вот такое. Все кусочки разных там фруктов. И так они вот такими вот кусочками сделаны. Вкусно. Напоминает мармелад. Не ожидала, что будет так внутри. Здесь вот такие вот штучки. Выглядит как пастила, либо мармелад. На вкус примерно так же. Классно. Компот от Фрутоняни. На вкус реально как компот. Это, по сути, есть, и это реально компот. Мне он понравился. Вот особая любовь у меня от Фрутоняни. Это банан с мякотью. Вот этот вот сок. Прям вообще классно, потому что все остальные соки примерно я вкусы знаю. Но вот банановый, чистый из банана, блин, это очень-очень вкусненько. Смотрите, какие милашные, красивые цветочки теперь стоят в ванне. Они так украшают это пространство. Мне безумно нравится именно в формате какое-то украшение, что оно здесь стоит. Я прям каждый день теперь любуюсь и смотрю на эти цветочки. Вообще, я их могла бы еще куда-нибудь повесить, но вот здесь больше всего мне нравится. Я обычно всегда использую вот этот вот скраб от Clinique, но сегодня хочу попробовать новый эксперимент. Это вот такую вот энзимную пудру. В сути, должно давать точно такой же эффект, что скраб, но энзимная пудра должна быть более бережной. Сейчас вообще посмотрим, как оно будет работать. Делать нужно в первую очередь помыть руки, намочить лицо, намочить руки, немного насыпать этой пудры, все это немного вот так вот сперить, нанести на лицо, вот так вот пройтись и смываем. А теперь, она ощущается вообще не как скраб, это нечто другое. Вы знаете, скраб ощущался вон тот, вот, как будто бы действительно по моей коже что-то такое жесткое трется, перетирает ее. А вот это настолько мягкое, я в шоке от того, насколько она нежная.
моя кожа сейчас настолько нежная и гладкая, что как будто бы я ее проскрабировала скрабом, но я это сделала так нежно и деликатно, что я ее не повредила, как если бы я это делала скрабом. Ребята, скорее всего, я перейду со скрабов на вот эту энзимную пудру, потому что мне реально понравился эффект. Находка, я оценила, мне очень нравится. Еще сравнила два средства разных. Я использовала вот это для волос. 15 в одном, всякая всячина, и термозащита, и легкое расчесывание, и все прочее. Но мне понравилось очень сильно вот это средство. Это, получается, я так понимаю, одна и та же фирма. Но, блин, оно очень классное. Мне очень нравится его аромат. И от него волосы расчесываются гораздо лучше, чем от того. Я просто беру, пшикаю это средство на свои волосы и после этого расчесываю. Всегда начинаю расчесывать с кончиков и иду наверх. Так лучше всего можно более бережно расчесать волосы. Плюс, когда средство нанесено, если у вас плохо расчесываются волосы, то это, скажем так, такая помощь в легком расчесывании. Мыло спонжа. И вот этот вот нормально вроде бы выправился, но... Что? Что за пипюлька получилась? Видимо, я скрутила рукой, прям перекрутила, чтобы выжать воду. Я думаю, так не надо делать, ребята. Либо это спонж такой, что если его прокрутить, он в такую нормальную форму не вернется. Либо такое может произойти с любым спонжем. Да, посмотрим, выпрямится или нет. На следующий день он высох, но он остался вот такой вот странной формы. Если однажды вы решите выжать спонж, как я, вот таким вот способом, якобы он быстрее высохнет, то я не рекомендую, потому что его фарма. Ей все равно, конечно, можно все делать, но что с тобой, малыш?